Підписання газового транзитного договору із Росією – це першочергове завдання нової влади. Про це заявив народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко. Это основная задача, которая будет стоять у нового правительства, подписание нового контракта на транзит. Это очень важно для нашей страны, это ключевая проблема, которая сегодня должна быть решена в энергетической отрасли. Конкретных переговоров по заведению новых контрактов, по подписанию новых контрактов, по заведению газа напрямую, без посредников, удешевлению его, вот этого не было. Кроме того, безобразно затянули с подписанием нового контракта на транзит, и времени критически мало осталось.